сейчас в носовом турбогенераторном отделении два таких турбомета. Второе, вот эта паровая турбина, она, ну, разобрана, вот крышка там в стороне стоит. По трубам из реактора, ну, из реактора турбины пар идет, 7-8-30 бар давления, вращаются турбины, от каждой турбины редуктора вращения на свой генератор. Двух этих отделений запитываются три электродвигателя, мощность суммарная 44 тысячи лошадиных сил. Электрическая его мощность 32,4 мегаватта, ну, то есть это электровод, у него своя атомная вращаются быстро, выше 3500-3850 оборотов в минуту. Они очень круто сидят здесь, поэтому работают в защитных наушниках специальных. В трубах температура пара 310 градусов. Здесь в помещении примерно 50 градусов температура была, поэтому вахта двухчасовые, чтобы не было тепловых ударов. Вот мы зашли в один интерактивный зал о природе Арктики. Вот здесь можете вот информацию о видах морского льда поизучать. В той части зала там информация про животных. Вот у нас вот эта выставка, она из четырех залов состоит. Первый про Ленин полностью, второй о навигации, этот зал природа, и четвертый вот история атомного ледокольного флота. Посещение выставки в 13-15 часов. Ну так, если заинтересует, можно посетить. Ну давайте тогда я вам даю несколько минуточек на самостоятельное изучение и дальше. Эта экспедиция должна определить границу питательного шейфа Российской Федерации. Работа уже приведена в 2017 году, уже делалась. Но теперь нам предстояла задача провести за собой судно
академик Федоров, у которого за карбоид должна быть сейсмическая коса. Это такой кабель длиной 4000 метров, который он должен сочиться с собой, произойдя погодные взрывы и тем самым как бы получая информацию о донных отложениях, по которым можно было судить, является ли шельф продолжением нашего континентального шельфа. Работа началась в июле месяце. Первые шаги, которые мы сделали, это дошли в район Ромки, то в районе землекранцев, сделали первые пробные тренировочные проходы во льду. Конечно, такую работу с такой длинной косой, ну это кабелем, никто еще не исполнял, именно во льдах. Поэтому уверенности, вот 100%, что мы это сделаем и все сохраним, но было где-то так процентов на 70-80. Первые шаги, конечно, показали не очень хорошие результаты. Снастка, которая была на академике Федорове, она немного, ну то есть та, которая поддерживала все подводные приборы, она не выдерживала. Сделав несколько галсов, в 2011 году Часть здесь лаборатория операционная, там дальше стоматологический и рентген кабинет. Операции тут несложные делали, ну в основном лечение травм, переломов и вырезали аппендицит. Если помощь уже более серьезная требовалась, тогда больных на вертолете отправляли на берег. Вот, лечили не только своих, забирали моряков с других судов, вот кому была медицинская помощь нужна, жители из прибрежных поселений тоже принимали. Вот, всего операций сделано было примерно 300, вот, из них с Ленина пациентов процентов около 40. И работало здесь врачей по трое, собственно, специалисты были многопрофильные, ну вот хирург, он же, например, анестезиолог, вот. И еще помимо вот всего этого есть палата, две койки и изолятор в случае, если у кого-то инфекционные заболевания.
1978 году за счет этого ледокола атомных Ленина активности. Из-за этого развивалась горнодобывающая промышленность в районах Крайнего Севера. Здесь снабжение, вывоз груза только в настоящее время. Так, ну вот это пост управления ремонтом. Вот отсюда реакторную установку видно. Там два реактора, тепловая мощность по 159 мегаватт. Вот это вот устройство, ну, называют урановым стержнем. Вообще правильное название — ТВС, тепловыделяющая сборка. У нее внутри находятся твелы, вот эти трубочки, тепловыделяющие элементы, 40 штук внутри каждой.
Вот в них таблетки обогащенного урана впрессовываются. ТВС вот таких вот по 241 в реакторы загружают. Реакторы здесь водо-водяного типа используются, то есть там бидистиллированная вода под давлением циркулирует. В первом контуре ТВС-ки находятся, в них цепная реакция деления ядер урана идет, они нагреваются, и вода циркулирует под давлением, тепло с ним запирает. Значит, когда вода через них проходит, температура 316 градусов. Вода дальше попадает в теплообменник. Теплообменник он изолирует первый и второй контур, потому что в первом за счет контактов с ними вода радиоактивной становится. Второй контур — это парогенераторы. Вот в них 310 градусов температура, пар турбины вращает, получается электричество, от него двигатель работает. Вот. На одной загрузке топлива Ленин работал около 3 лет. То есть на нем учились вообще с такой техникой работать. Значит, на современных ледоколах используем установки. Там работа на одной загрузке вот. Есть ледоколы еще дизель-электроходы, у них низкая автономность, 6-7 недель, дальше соляра кончается. Вот. У атомоходов автономность до 11-12 месяцев. То есть раз в 4 месяца экипаж сменяем, когда продукты заканчиваются, начинают, посылаем запрос, подвозят с другого парохода продукты. Больше ничего не надо, в принципе. Год отработал, встал на ремонт, вдох, и работу продолжает. Вот. А перезарядка реакторов — это уже процесс очень сложный. Делаться она может только в Мурманске на базе Атомфлота. Делается за 45 суток, работа непрерывная. Вот. Для защиты от радиации реакторы экранированы. Они в так называемой биологической защите находятся. Там, ну, они как бы в такой капсуле. По периметру слой стали 1 метр. Потом прослойка свинца, и внутри механизмы все окружены железобетоном. За счет этого работать абсолютно безопасно, то есть на борту никогда радиационный фон выше природного не бывает. Вот, работа в конце 89 года завершилась, и вот в 90-91 году его из эксплуатации выводили. То есть заглушили реакторы, вот, воду, топливо из них убрали и залили первые контуры бетоном. Теперь, то есть, его запустить невозможно. Еще раз руки увижу во рту. Пойдем, следующий. Шахматы, шашки играли. Капитан второго атомохода «Арктика», здесь в 50-е годы был штурман.
Вот, ледокол «Арктика» в 1975 году начал работу. Вот, «Арктика» – первое в мире надводное судно, которое дошло до Северного полюса. Это вот рейс был в августе 1977 года. В 1963 году приезжал Фидель Кастро, с ним вот Микоян запечатлен. Значит, вот это капитан ледокола «Ленин» Борис Макарович Соколов, и с ним нынешний король Норвегии. Вот, и здесь вот академики Африкантов и Александров, руководители проекта конструкторского бюро Африкантов реакторного станка «Прозорбаш». Вот, еще был Ричард Никсон, тогда вице-президент США, премьер-министр Британии Макмиллан, канцлер ФРГ Аденауэр, ну и также многие лидеры социалистических стран. Так, ну теперь давайте сюда пройдем. В Сочи единственный раз за всю историю олимпийский огонь на Северный полюс доставили. Доставляли его на ледоколе 50 лет победы от Мурманска до Северного полюса около 2000 километров. Тогда был установлен рекорд скорости на зимний период. За 92 часа огонь доставили. Вот. Рекорд скорости на летний период тоже ледоколу 50 лет победы принадлежит. Тогда вот это было в августе 2017 года, 79 часов в летний период рекорд. Вот, летом на ледоколе 50 лет победы туристические круизы ходят на Северный полюс. Ну, обычно за лето 5 круизов делается. Значит, там сначала из Мурманска идут на Северный полюс, потом на архипелаг Земля Франца Иосифа и в Мурманск обратно. Ну, 12 дней занимает. Значит, ну, билеты очень дорогие, на этот год по 30 тысяч долларов. Так, мы теперь пойдем на ледовой мостик. Миша, дорогие. Мы в школе учились делать. Вот это каюта старшего механика, типовая каюта для старшего командного состава, это повышенной комфортности. Первая комната – кабинет, дальше там спальня и санузел с душем, туалетом, то есть со всеми удобствами. Таких вот кают 8, остальные они без санузлов, там только умывальники. Вот. Ну, здесь, в принципе, каюты все очень просторные, мебель очень качественная. Ну, в большинстве кают и сейчас вполне с комфортом жить. Салон капитана, в рейсе проводились вот совещания, на берегу принимали делегации гостей. Ну, здесь много разных
политических деятелей, работников науки, культуры побывало. Ну, сюда приезжали увидеть достижения науки и техники в Советском Союзе. Это было самое продвинутое судно 60-х годов. Вот. Ну, это ледокол, поэтому представительский. Вот. Из-за этого здесь такая отделка шикарная сделана была. Ну, тут натуральное дерево, шпон используется, различные породы, вот клен, дверь вот ореховая. У старшего механика отделка только красное дерево. То есть, вот, собственно, на других ледоколах вы такой красоты не увидите. Там металлопластика, ну, естественно, все качественно очень сделано, но уже изысков никаких нет. Так, ну, кто салон посмотрел, проходим в ходовую группу. Дима, Денис. Стали, не Prometheus был сплав разработан. Вот. Толщина в ледовых поясах 52 мм. Остальное все потоньше, от 28 до 43. Значит, вот, он лед не колет, не давит, он давит его, то есть за шерстовой формы выползает и продавливает свою массу. Вот. Изначально в проекте ледопроходимость ожидалась 1,7 метра, но на практике до 2,5. Значит, ну, когда он входит в льды, то используют системы балластных и дифферентных. Сначала заполняются кормовые цистерны, корма притапливается, нос немножко выдирается, ну вот мы положили так он находится сейчас. Значит, он входит в льды, ставит, если льды очень толстые, то можно еще для дополнительного веса заполнять носовые цистерны. Когда он караван идет, то да, он канал. Канал сходит. Может быть опасно сдать в караване, это может серьезное повреждение привести. Чтобы предотвратить это, используется балластная цистерна. Заполняется сначала цистерна с одного борта и водонасосами с одного борта. Заполняются, готовы. Раскачивается и канал таким образом формируется шире, то есть проводка.
Также, вот, кстати, мы делаем что проблемы с балансировкой. У них мало того, что папу закрыто, что ж, если вопросов нет, в таком случае благодарю за внимание. На этом мы завершаем. Ну что ж, пойдемте к выходу. Пожалуйста, проходите сюда, здесь не спустимся. Так, за ребятами.
Катя. Идем. А я вам 300 рублей наличку дам. Лучше карта. А ну как? Я не знаю. Одна наличка. Ну и в целом без сдачи. Дима, Демид, иди сюда.
она как? Вот здесь отстань. Здесь. Отстань.